Задать вопрос первым лицам региона. В области продолжаются встречи руководителей администрации с населением. Представители власти рассказывают об итогах ушедшего года, а жители вносят свои предложения и делятся проблемами. Личное общение как самая эффективная форма обратной связи. Такие встречи – возможность услышать мнение людей. Без посредников, из первых уст донести информацию и проанализировать ситуацию на местах. Когда есть что сказать, когда есть что обсудить, когда есть над чем задуматься, когда есть необходимость сверить, что называется, часы, есть необходимость услышать, что думают люди по тем или иным вещам. И, соответственно, людям разъяснить, к чему стремится сегодня власть, каким образом она пытается реализовать те или иные вопросы, какие ставятся задачи. То, что сегодня делается в регионе, это делается во имя стабильности, во имя нормальной работы, во имя предсказуемости, во благо людей. Следующую встречу губернатор Курской области Александр Михайлов проведет 10 февраля в Черемисиновском районе.